Мы дружба едины. В молодежном центре «Лифт» торжественно подвели итоги фестиваля национальных культур. Он позволил участникам показать своеобразие костюмов, кухни и традиции представителей разных народов, которые проживают на территории Ангарского округа. В Ангарском округе проживают представители 93 национальностей – абхазы, башкиры, буряты, осетины, поляки и другие. Участникам конкурса необходимо было представить видеоролики, в которых отображено богатство и разнообразие национальных культур. Этот фестиваль на нашей территории проводился впервые. Организатор управления по культуре и молодежной политики администрации. Мы его, конечно, решили попробовать, как оно пойдет среди молодежной среды. И на наше удивление он нашел очень такой активный отклик. В нашем фестивале получилось 24 заявки и приняли участие 40 участников. В фестивале «Дружбы народов» приняли участие и сотрудники телекомпании «Актис». Журналисты представили ролик о приготовлении национального бурятского блюда «буузы», а также рассказали о традициях, связанных с этим угощением. Для меня, как для нового молодого корреспондента, очень приятно представлять крупную телекомпанию, телекомпанию номер один в нашем городе, 40 участников, мы в числе лучших. Это всегда приятно. С уверенностью можно сказать, что фестиваль повысил интерес к культуре и традициям разных народов. Все участники конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Лучшие работы будут представлены на областном молодежном фестивале национальных культур «Мой народ, моя гордость». Андрей Иванов, Наталья Хмелева, Роман Буйнов. Местное время.